Всем привет, с вами канал Техноум, и сегодня я вам расскажу, как же удалить свой аккаунт в Google, то есть Gmail, электронную почту или весь аккаунт. Давайте же приступим. Мы будем работать через Chrome. В правом верхнем углу мы видим наш аккаунт, нашу электронную почту, нажимаем на нее и мой аккаунт. Итак, после этого нас выбрасывает в настройки аккаунта. Что же нам тут нужно? Нам нужно вот эти вот настройки аккаунта. И самое последнее вот это отключение сервисов и удаление аккаунта. Нажимаем на нее. И тут же нас выбрасывает, что вы хотите сделать. Удалить сервисы или удалить аккаунт и данные. То есть все полностью. То есть ваши пароли, ваши закладки, все полностью. Нам нужно полностью удаление. Удалить данные из закладки. Так, теперь нам нужно подтвердить адрес нашей электронной почты. Подтверждаем, вводим пароль наш и жмем «Далее». После этого нас выбрасывает обратно в меню удаления канала. Мы видим все, что у нас есть, то есть все наши данные, вот, все наши фото, YouTube канал, связь с каналом и календари. Мы должны согласиться со всеми вкладочками вот этими и удалить аккаунт нажать. Жмем, и все, ваш аккаунт Google и все его данные удалены. Если вы случайно, если вы случайно это сделали, то вы можете восстановить, пройти по ссылочке вот в этой вкладочке. Итак, вот мы удалили наш аккаунт. Смотрим. То есть уже нашего аккаунта нету. Итак, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо. Всем пока.